моя боль. Player two. Player three. Я с моей сестрой очень любим трубочки, петом шейки и все такое. Тогда мы такие трубочки изданули, они резиновые, попили, потом вот так моешь их, и это, и мы это в Алиэкспрессе, это очень классно. 10 seconds. Player two. Я не понял. Ничего, не про пахкотом и не про трубочки. Как, типа, это не тоже, не одна тема у вас. Это была первая тема, это пахкотом, а потом трубочки, да? Или это все вместе, типа, да?
А ну тогда я не понял. Я в эту тему просто не разбираюсь очень сильно. Не знаю, я мне единица, я с ней не поиграю. Почему? Потому что я не понял. Видите, я не понял ее речь. Мне эмоционал не понравился единицы. Пока весь я с вами не поиграю. Что хочу рассказать. Я был на этой неделе в школе. 10 класс. Это уже не такая вот легкая тема, легкая штука. Ну вот и все, что там можно рассказать. Там математика то же самое. Английский 5 ехидот вас устраивает, так, Ведьмак? Ну, компьютер я не взял, мегамент компьютер я не взял, я не хочу быть программистом. Да. Чё, чёрный? Почему чёрный? And this your time. Player 3. Первая речь первого игрока мне не сильно понравилась, потому что я не поняла, что это как оранжевый мусорник или что вообще он там говорил, я так не поняла, но трубочки прикольные. Вот. И моя цена, в принципе, хороший, поэтому поиграю. Речь второго игрока. Я не знала, что вы в школе еще. Мы уже давно закончили. Не выглядите, как будто в школе. Ну, я не могу поиграть, потому что вы не играете. Поэтому да. А сама, да, в школе была, перешла в пневмию. Это такая школа, в которой дети живут и учатся, и по субботам, ну, и дня. 10 seconds. And this your time. Player 4. Мне же интересно было, что там у вас дальше. С игроком номер один по поводу трубочек, это для того, чтобы экологию сохранять, типа отказаться от пластика, поэтому многоразовые трубочки, такая тема. А, окей, так эти же трубочки тоже пластиковые. Но силикон, какая разница, он все равно не экологичный, он все равно не разлагается в природе. Он разлагается. Что? Но они все равно это засоряют природу, такие трубочки тоже. Я знаю, там бамбуковые используют для этого, потому что они там типа разлагаются, как бамбуковая одноразовая посуда, там переходить с пластика на силикон. Да. Ну так ты будешь не 10, а 2 выбрасывать. Не вижу логики. 10 seconds. Не вижу логики. У нас тоже на работе пришел дядька и говорит, все, давайте отказываться от пластиковой посуды. Тупая идея. Давайте откажемся в медицине от пластика, давайте. Сидите. And this your time. Player 5. Речь может не совсем понятна, не понятна, но на первом номере, в принципе, речь вполне можно ставить, сколько я пока. Пока это вполне резонно. Прям не поиграть, прям против нее, это и нет никакой причины. Второй игрок. Очень хорошо. Вот эти мне тут не понравились. Я тут на зону риска. Но пока... И с копками 2 осторожно играю, 3-4 не играю. 3 была короткая, 4 вообще не дала никакой позиции по столу, поэтому 5 играю, 5-5-5, 5-2 команда, 2 осторожно, и с копками 3 играю. Больше ничего сказать. А по трубочкам, ну не знаю, там... В принципе, был хороший посыл. 10 seconds. Сказать природу, спокойно. And this your time. Player 6. Доброе утро, город. Денерис, красный игрок. Смотрите, по поводу единицы. Это была заготовленная речь, даже приготовленные трубочки. Я поняла. Вот, потом, если с единицей, да, я играю. Потом, если останется время, скажу по поводу трубочек. Вот двойку я бы проверила. А вот почему? Потому что переоткрыл стул, потому что мне не понравился его эмоционал. Но 3-4 мне вообще непонятно. Не 3, не 4, четверка. Вы сказали свое мнение только по единице. По 2 и 3 вы не сказали. Поэтому я играю 1-5-6. Вот. 3-4 я не играю. 2 прошу на проверку.
Один... 10 seconds. Что касается трубочек, во-первых, постарайтесь иврита избегать в речи, скажу потом почему. Насчет трубочек я поняла немного раз. And this your time. Player 7. Значит, игрок номер один ставится. Игрок номер четыре привязался к игроку. Ну, типа, на спальне. Оборванная речь. Игрок номер три. Не по-матерински. Не по-матерински. Ну, смотрите, давайте я тогда вас 3-4 пропущу. Пропущу 4 вас. Почему? Потому что, как правило, игрок номер 6 и 5. And this your time. Player in. Играю пока все. Три тоже так вот поговорила слабенько, речь оборвана, мне прям вот настолько же не играть, столько, по-моему, тут играть, я поиграю. Четыре, да, действительно, сначала начала говорить только про единицу, про два, про два, вот сказала, что играть, играть, два, четыре. Нет, пока. Пять играет один, два, поэтому... А, без один. Ну, за то, что вы играете с двойкой, опять не беру. Шесть, мне кажется, красный, но по позиции пока не могу поиграть. И семь... And this your time. Player 9. А два почему-то не зашла эта речь. То есть если бы сидел где-то подальше, может быть, присоединился бы к большинству, а так когда он не знал. Поэтому из этих соображений в два вполне нормально может быть проверка. Теперь три, которая то играет, то не играет с кем-то. То есть он пытается рассказать, что один не понравилась речь, потом берет себе один, потом выкидывает один. То есть речь постоянно меняется. Мне было очень тяжело за этим уследить. Поэтому я не могу сказать ваш цвет. Пока для меня полностью серый. То же самое примерно по 4. Серый, то есть я не даю вам ни красного, ни черного цвета. То есть если между 1 и 2 больше 1 дал красный, а 2 больше черный, то между 5 для меня покраснее, 6 для меня почернее, несмотря на то, что она просит проверку 2. Ну, как бы вполне может и разбегаться. 7 и 8 пока что для меня красные игроки. And this your time. Player 10. Доброе утро. В живом порядке. Каспер, поэтому в моем цвете сомнений нет. Игрок номер один, нормально, насколько умеет поддерживать экологию, умничка, добре. Игрок номер два, дать программу, начали объяснять про экологию в школу, поэтому лично я на вас залазить не буду, оставлю за скуку, но как бы ничего личного против вас не имею, просто поаккуратнее с опытным игроком. 3-4 на... Я не понял речь, а не тему, господи, мне... В начале игры вот так вот не давать четких позиций, это непростительно, поэтому я попросила проверку между 3 и 4. Игрок номер 5 играет с 2, не играет с 1. Ну, как бы легитимно выбирать позицию на этом номере. Игрок номер 6 берет 5, но не берет 2, который 5 играет с 2. Поэтому 6 меня тоже подозрителен. Да, 5 сказал, что аккуратненько играет с 2. 7 и 8, 7, 8, 9 у меня не удалось. И тогда получается у меня 3, 4... И 6 с моим цветом сомнений быть не может, потому что Каспер. И все по сути. А когда меня убьют... And this your time. Night in the town for 10 seconds. Good morning, the city. First killed player number 10.
Player 10, you're made to say the best suggestion. Player 10. Закрывая стол, у меня самые подозрительные 3 и 4, которые не дали позиции даже на нескольких местах, могли бы запомнить и хоть какой-то порядок иметь. И 6, которая берет 5, но не берет 2, с которым 5 сказал, что играет. Ну, по сути, мой лучший ход 3, 4, 6. Дальше по столу. Не знаю. Я сказал, когда просил проверку. По сути, насчет 2, я не знаю. И опять же, шерифом не была. Насчет двойки, я не знаю, надо послушать еще раз. Я сказал, вот эту программу с экологией ввели в начальных школах только сейчас, поэтому он просто мог быть не в курсе. И поэтому... 10 секунд. Ну, я говорю свое мнение, это моя минута. Всякие там смены. Пока что вынуждены меня слушать еще пару секунд. Спасибо. And this your time. Экран к себе, ага. Нажимаешь, там есть кнопка «Открыть игру». Ага, сейчас только мыша отбил. Все сейчас уходят в ночь, делается проверка шерифом, делается проверка сон. Open the game. Yes. Спасибо. Выставляю игрока номер 3 на голосование. Принято 3. Спасибо. Поиграю в 5. В принципе, если 7 можно поиграть, хотя она не играет со мной. Вот 6-9 говорят, что учат меня в школе не так. Вы думаете, что меня вообще ничего не учат? Я, да, 6, что про школы и все такое, да, нет. Ну, я же не слушаю на уроке, да? Не слушаю же на уроке насчет экологии. Я не понял речь единицы. Вообще, а не тему, а речь саму я не понял. Хорошо? Все. С 5 поиграю, 7. 8-9, что? Почему выставил 3? Потому что не стройка самоподтвердительная. Хорошо? 4, в принципе, со мной поиграла, но позиция она сказала только 10 последних 10 секунд. Что? Разносвет? С кем? У вас время? С тобой? Меня. Я же сказала время. Госпожа Польза. Доброе утро, город. Вы знаете, какая номер 2, я, наверное, сейчас не хочу. Я красный игрок, даже. Так что никто за нас не играл. 8, номер 8. Поэтому... Куба черных яиц и все. Че мне говорили? Никто не забыл. Не надо. 10 секунд. У вас время, госпожа Солнышко. Доброе утро, город. Вас 8 покупают, а вы так дешево продаете, а со мной не играете. Я сам. Постараю игрока номер 2 на голосование. Принято 2.
Я не знаю, или играю с девяткой, короче, играю с пятеркой, играю с тройкой. У меня под вопросом. Играю. Хотите, верьте, хотите, нет? У меня вопросы к единице и большой вопрос к восьмерке. Восьмерка вообще ничего не понимаю. А? Вы расскажете мне, да? Прям вот знаете, какой вопрос? У вас уже есть ответ? Да. Классно. С пятеркой я играю. Вы со мной не играете, да? В прошлый раз у нас была с вами одинаковая позиция. Я не знаю, или у вас та же позиция, потому что я поменяла. 10 секунд. После вот речи 10-го игрока у меня вообще все стало. А 10-й игрок красный был, поэтому стоит, да, эти 10. У вас время, господин циник. Добрый день. Я сейчас выберу 5-й номер, потому что у меня как бы полдиректора на 2 части. Право, слева. Тут как бы у меня сидит много мафов, у меня такое чувство. У меня сидит мало мафов. Ну, как бы это чисто так вот. Поэтому тут, когда я буду больше раз с игроками, буду играть меньше с игроками. Тут как бы у меня вот четверка, единица с вами меньше подозрениями, и двойка тоже меньше подозрениями. 1, 2, 4. Сейчас у меня только тройка подозрения максимально. Ну, так. Там ты очень может пропустил, но тут я по шестерке, в принципе, сыграла, да, моя позиция не взяла двойку, но у меня 1-2, там может быть один маф сидеть, тут может быть один маф сидеть, в принципе, так. Тут я не вижу, что 1-2 вместе мафа, так бы, если бы не были, я, может быть, в принципе, может быть, одиннадцать как поговорил, в принципе, неплохо, а двойка будет, пожалуйста, взять ее. Я по графику сейчас вот больше отсюда возьму 7-5, 7-8-9. Сюда даже не хочу никого брать. 10 секунд. Одиннадцать закрывает стол. А кто бы еще выстрелить, так бы не понравилось. Четверка, в принципе, на четверку это а, скорее просто. В принципе, она могла поиграть. Так что позиция... У вас время, госпожа Дейнерис. Доброе утро, город. Ну, смотрите, меня устраивает выставление тройки, потому что тройка, второй круг, получается, вообще позицию не дает. Со мной играет восьмерка, я поиграю только с восьмеркой. А все остальные, кто за столом, что? Просто тут статистами сидят. Двойку я, надеюсь, проверили. Вот. По-прежнему играю с пятеркой, потому что по двойке мне опять не ясно. Играю с семеркой, играю с восьмеркой, девятка не играет со мной. Я не поняла, почему я почернею, хотя у меня достаточно сходные позиции с пятеркой, с которой вы поиграли. Вот. Но я думаю, вы объясните, почему вы с шестеркой не играете. Вот. Единицу еще послушаем. Спасибо, пас. Спасибо, Иван, госпожа Тата. Давайте вернемся к теле, и мы не будем говорить, что она там ходит хорошо, что вы молодец, хорошо учитесь, ваши потехи дота одобрены, ведьмаков, все. Давайте теперь так. Из того, что я вижу, двойка выставляет тройку. Я вижу одну линию игры. Смотрите, вторую линию я вижу, что четверка выставляет вас. То есть если у нас вы будете или дон, или шериф, то когда вы будете шериф, я с вами поиграю, вы четверки сами проиграют. Это не факт. Давайте так. Я выставлю игрока номер 4, чтобы поддержать какую-то линию игры. То есть вы выставили двойку, да? Если он, допустим, черный, тогда играю с вами. Да, я вас не голосую. Сейчас буду дальше смотрите. А если он... Вы, получается, тройка с четверкой в команде, да? Вы на нее наезжаете, но выставляете... Выставляю игрока номер 6. Принято 6. Ну... Смотри, почему 6? Потому что речь мне тоже показалась подозрительной. Выставляем всех, да? У вас время, госпожа Мирабель. Вот это вот вы внезапно закончили. Вот говорили нормально, вы хорошо рассуждали. Там еще собирались 4 выставить, причем так вот было некорректное выставление. Вот так бы специально, а после этого оба и выставили 6. Ну, знаете... Вот пусть я действительно себе подозрительно выставляю игрока номер 7 вот за это. Это осторожно и не жестко. Я подумаю до конца круга. Теперь я вижу действительно две линии. Одна из них это 2 красных, 3-4 тогда вместе черные. Или другая линия 4 красные, 2 соответственно черные и 3 скорее всего красные. Я не знаю какую линию выбрать. Вот пятерка для меня красный игрок. Он говорит, что у него там сидит много мафов, много этого. То есть тогда получается 3-4 черные, 2 красные. Может быть. Ну, в общем, я с пятеркой в этом солидарна, но я не уверена до конца, поэтому я никого там из 2-3-4 я бы сейчас не пробовала. Тут разбиралась между 6 и 7. Что? С кем я дружу? С 5 однозначно. У вас время, господин ведьмак.
Да что, что сказали про меня двойка, сказал, что я там на школу наехал. Я вообще про школу ни слова не говорил. Так что, теперь такая ситуация. У нас действительно две линии. Более того, у нас две шерифские, скорее всего, линии. Игрок номер два. Вы шериф, ваша проверка три черная. Потому что иначе вас заголосуют. Нет, так нет. Значит, наш не голосуют просто. Это фон второй номер два. И вторая линия игрока номер четыре, шерифа номер четыре, у которого проверка два черная. Нормально? Мафия спокойно может стрелять 4. Правильно? А у вас будет еще одна проверка. Вы потом пойдете и 6 проверите. Нет? Да. Если вы нашли 2, то они вполне могли разбегаться. Вполне могли. Так, вы шериф, у вас 3 черная проверка. Один шериф есть. Вы шериф, у вас 2 черная проверка. Значит так, у нас вполне может уйти одна черная проверка одного из шерифов. У нас есть 2 шерифа. Три дня. Госпожа Рапунцель. Доброе утро, Борен. Знаю, но меня очень помогает. Два. Не знаю, меня речь. Три. Ну, правда. И 8 ваш дела. Это не означает, что уже 7 там поговорили. Поставить 3. 4. Не поняла, почему это мне чуть-чуть. Вы сказали наоборот. 9, 5, 3. А, ну, даже 3 вообще для меня выставляю карту 3. Стоит. А выставили 4? Я слышала, что 7 значит. 5. 10 секунд. Ну, 5. Поиграйся. Красно. А что? 6. Нет, 6. Просто я не знаю, что взять. У вас время. Город переходит на голосование. Жестикуляция и всякие звуки прекращаются, иначе будут караться фалами. А на фалы я сами знаете какая. Итак, выставлены игроки. 3, 2, 6, 7. Повторяю. 3, 2, 6, 7. Мы голосуем в этом порядке. Три. Кто за то, чтобы игрок номер 3 покинул службу? Понятно. Спасибо. И кто за то, чтобы игрок номер 2 покинул службу? Спасибо. Остальным игрокам голосов не досталось. Игрок номер 3, вы собрали наибольшее количество голосов. Ваша прощальная минута. Ну что вы сказали? Собирайтесь, потому что кто-то тут не так. Могут они быть вдвоем. Для меня более важно. Спасибо. Спасибо, Иван. Польза, я прошу вас занять мое место. Мне нужно... Нет, я бы не знаю. Подожди, подстрела. Шериф этого города, у меня будет двойка, черная проверка, выставляю группа на голосование.
Вторая проверка была 8, как просила девятка, восьмерка оказалась красная, следовательно, сделала вывод, что девятка черная. Потому что девятка попросила двух шерифов, как она думает, проверить шестерку и восьмерку. Шестерка, по мне, красная игра, потому что она попросила двойку на проверку первого. Только заговорила о двойке, двойка оказалась черной. Значит, для меня шестерка красная. Если девятка просит, значит, одного проверить шестерку, другого восьмерку, двух красных игроков, и они дошло и показали, что она шестерка красная. Ну, как бы я и думала, что она красная. Вот восьмерка явно, восьмерка точно красная, значит, двойка точно черная. Инициатива заголосовать тройку тоже была девяткой. Мафия подхватила, как бы красным игрокам, я так понимаю, выбирать между двумя шерифами пришлось. И поэтому ушла тройка, но ну, я сделала вывод, что после двойки уходит девятка. У вас время, господин циник. Сейчас было не совсем, в принципе, поэтому я вам еще позволю шерифу посидеть и дать еще проверку, что для нас еще нет. У меня, кажется, команда 3-4-6, а вот двойка у меня команда не вяжется. 2-9. Это фолд. Была не совсем, поэтому у нас... У вас на один двойка, у вас шестерка красная, у вас двойка. У вас вместе двойка. У меня вот двойка не вяжется. Вот вроде... Двойка, в принципе, может быть спокойно. Вот 3-4, еще один мастер остался. Двойка даже может, в принципе, может позволить. 10 секунд. Да, сколько не вяжется команда. Если двойка уже шериф, у меня с ней команда не вяжется. У вас время, госпожа Денерис. Господин Циник, у вас речи и ошибки получаются. Первая ошибка 8, это тоже критика. Несмотря на несострел, это все равно критика. Потом объясню, почему. Если сейчас уходит двойка, мы выбираем версию четверки. Шерифа номер 4. При 8 игроках уже баланс не запускается. Ну, мне в любом случае, мы сейчас должны определиться с шерифами. Если 2 вскрылся, 4 вскрылся, для меня 4 больше шериф. В любом случае. Я за вынос двойки. Но мы играем. У вас время, госпожа Тата. Принято. Стоит. Восьмерка у вас красная. Смотрите, я за такую версию, что, допустим, если она у вас была черная, то тогда я сейчас не пилить. Потому что там не было. А что тут какие-то... Вы у нас красная пока версия. Правильно? Шестерка у вас была красная, а у вас что шестерка? Вы тоже сказали, что вы подала двойку на проверку красной. Вы знаете, красная. А, окей. Значит, беспроверенная. Но версия, вы знаете, она... Ваня шериф? Вы шериф, вы шериф. Вы второй шериф. Дело в том, что ваша черная проверка ушла. Вы супер шериф, еще и 5 хитов. Самое сердце. У вас время, госпожа Мирабель. Эти 8 игроков — это критика за столом. Не критика у игрока номер 2, у которого черная проверка ушла, у него 2 черных игрока за столом осталось. Если бы он сейчас черного нашел, то было бы другое дело. Если бы четверка, вернее, нашла, то она нашла красного игрока. Из-за этого не значит, что 9 черных. То есть может быть, но нет. 2 черных у вас однозначно. Сейчас уходит игрок номер 2 для того, чтобы один черный точно покинул стол. Пилить сейчас опасно, потому что если шериф номер 4 у нас тут черный за столом, то как мы будем пилить? Это слом, это... Что? А потом с четверкой мы разберемся. Четверка делает проверку. Проверка должна идти между 6 и 9. У них явный разноцвет. Хотите 9 проверяйте. 6 действительно сейчас вот с этим вот запуталась тем, что баланс не запускается. А когда его? Мы его еще не запускали. 10 секунд.
А семерка сейчас поговорила более по-красному, тем более выставляла шестерку, которая для меня сейчас. Мне теперь семерка краснее. Внутри меня, господин ведьмак. Оставляю игрока номер два. Стоит. Игрокам номер 5 и 6. 5, которые говорят, ну, критики ж нет, все нормально, все хорошо, который начал вот эти вещи. Критика есть. И 8 игрока, критика есть. Но как бы это всего лишь то, что сказать. 6 вообще активно призывает, типа, давайте определяться с шерифами, все эти вещи. То, что я считаю, что 6 как раз, если бы 6 была хоть черная, хоть красная, игрок номер 2 бы обязательно назвал ее красной. В любом случае. Да? Но тем не менее, у нее речи все черные. И поэтому, если бы два назвал бы ее черной, я бы сказал, все, с 6 я играю, если я определяюсь с шерифом, что шериф для меня 4. Или я определюсь с шерифом 2, и тогда я уже полностью играю, и там в любом случае сносится 6 по своим речам. То есть либо так, либо так. Кого я считаю шерифом? Ситуация такая. Я считаю, что 6 черная. Если 6 черная, то значит 2 говорит, что он, значит, 2 уже шериф, он же называет красной. Таким образом, для меня шериф 4, 8 для меня красная. И у вас время, госпожа Рапунцель. Я не знаю, как сейчас это просто не знаю, как это очередная. Наверное, шесть для вас говорит по-красному. Сейчас. Сейчас ходит там, потому что у вас время, господин Свен. Вставляю там 4 на голосование. Принято 4. Смотрите, в принципе, да, я согласен, уйти ничего нет. Если вы хотите дойти до... Или хотите сейчас определиться с шерифом. Ну, в баланс, я понимаю. Понятно. У вас шестерка черная, потому что она сказала, что при 8 в балансе что-то не работает, что-то такое она сказала. И что мы должны определяться с шерифами. Смотри, для меня шестерка красная проверка, поэтому для меня шестерка красная проверка. Поэтому... Хотя девятка тут черная, смотрите, четверка, тройка, а третьего... Между... Я не знаю. 3, 4, 7! Нет, 7 покраснее для меня. 7 покраснее, ну и что? Ну, смотрите, она выставила полушар, она для нее черная, у вас все, шериф она уже определилась. Ну, я не знаю, для меня это более 8, 9, 5. Когда 5 раз, 9 у меня будет. В следующий раз за задержку. Город переходит на голосование. Будут выставлены игроки. 2, 4. Повторяю. 2, 4. Голосование про игрока номер 2. Кто за то, чтобы стал покинул игрок номер 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Угу, понятно. И кто за то, чтобы стал покинул игрок номер 4? 1 голос. Игрок номер 2. Вы собрали наибольшее количество голосов. Ваша прощальная минута. Да. 6-9 разноцвет. Разноцвет, я думаю. Потому что они друг друга не это. Ну, хорошо, в принципе, игра не закончилась. Я надеюсь, что город выиграет. Критика у меня нет, потому что тройка черная ушла. Все. Желаю вам победы. Третьего мафа я не знаю. 9 сказал, что 6 черная. Ну, 6 для меня красная. Да, ну. Ну, разноцвет 100% есть, вы думаете. Ну, хорошо, будет 9 черных. 6 черных, 9 красных. Для меня 6 красных, 9 черных. Разный цвет, хорошо. Что? Смотрите, госпожа Дейнерис. 10 секунд. Не из-за меня причина, хорошо? Спасибо, папа. Итак, спокойный,
ночи, город. Доброе утро, город! Утро недоброе для господина ведьмака. Ваша прощальная минута. Я вот поэтому не хотел, чтобы меня проверяли. Я еще раз вам объясню. Вот эта паранойя, она абсолютно правда. Вам нужно было проверять и не 6, и не 9. И не 6, нужно было проверять 5. Но если я покажу 5, потом 5 стрельнется, а 9 заголосует по паранойи. Поэтому нет, так не годится. Почему нужно было проверять 5? Потому что если 5 находится красным, 9 стреляется, я вам жестко оставляю в завещании семерку красной и между 1 и 6 вы разбираетесь. А если 5 находится черным, тогда я спокойно ухожу и жестко вам оставляю в завещании 5 и 6. А сейчас у вас меньше информации. С другой стороны, мафия должна догадаться, что раз мы уже верим в версии, что большинство верит в шерифу 4, то значит лучше было отстрелить его. Пусть у него будет последняя проверка, пусть даже найдет мафа, но есть шанс на угадайке найти кого-то. Вы дали шанс посидеть шерифу. Думаете, что город включит паранойю? Нет, я жестко завещаю 4 красным. Значит, 8 красное. Значит, мне в разноцвет обязательно сносите 6. Вы обязательно проверяете 5. Если 5 находится красным, тогда 1. Потому что 7 выставляла и голосовала. Спасибо. Город с вами прощается. Дебаты открываем, господин Циник. Доброе утро. Здравствуйте. Разбор ведьмака просто довольно логичным. Представляю, игрока номер 6. Минус 6. Горячам было очень плохо. Как бы меня хоба остается. У меня там 7-8. Если замысклался, так хорошо, что я найти не могу. Поэтому у меня отобрался 6. Потом в скайпе 1 игрок, плюс 4. Сейчас уходит 6. Там проверяется 1. Там дальше будем встречи. Сейчас. 2 мафа за столом. Третий у нас. Сейчас я уже не буду сбить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, так таки нет. Может, пять, шесть, даже если тут никакого особо опасности нету. Я сейчас играю, у меня для меня шериф игрок номер 4. Проверка 9 была, я бы проверил лучше 6 была бы более лучше. Я, в принципе, тоже знал, что 6 ведьмака стерет. Я играю сейчас 7-8. 4-7-8 играю. 1-2-3. На 6 человек. А, да. С кем? Нет, я не буду пилиться с единицей. Почему с единицей? Единица для меня красная. С пятеркой. Или, смотрите, также я готова... Мы, получается... Играем сейчас. Баланс играли. Хорошо. Я прошу прощения. Я запуталась. Я забыла, что тройка была черная проверка двойки. Поэтому, если бы не было черной проверки, ушел первым неизвестный игрок. Выставляю игрока номер 4. Я готова 4, стать... Да. Я готова стать в четверке. Тогда... у нас один шериф ушел. Правильно? И один секунд. Шериф у нас ушел. Ну, хорошо. Спасибо, пас. Для дракона на 6. Тогда если не попилим, тогда давайте не попилим. Давайте в разноцвет внесем шестерку. Давайте не попилим. Получится фигня. Вы не попили? Вы как насчет попили? У меня подозрительная любовь моя. Трубочка. Попилим? Не попилим. Шестерку давайте уберем. Не, ну вы уже стоите, ни с кем. Ни с кем тогда. Вы стоите уже на попиле, если. Я выставила шестерку, она выставила вас. Вы вдвоем, вы что? Ни с кем не пили, все. Не, так вас кину другу. Вы что, не понимаете? Ну как все, черные.
Не, ну прикольно его. Вы не прикольно, а ты нет. Подожди, не надо. 10 секунд. Давайте 1-1, шестерку, потом 1 или 5. Жизнь, вы потом стреляете. 5 жизней. Это контент 6. Нельзя сейчас пилить. Мы не знаем, кто черный, даже примерно. Мы можем поставить на попил 2 красных. Мы можем поставить на попил так, что красного и черного, допустим, что сломают. Игрок номер 6, вы сейчас начали говорить, что баланс сыграли, баланс второй раз не получают, все правильно. И при этом выставляете сразу же после этой речи игрока номер 4, так, уже сыграли баланс. То есть игрок номер 4 как уходит в баланс, его играть уже нельзя. А выставляете попилить, почему? То есть с вами попилить. То есть вы предполагаете, что 4 может быть черным. Или у вас 4 все-таки шериф такие, вот, тем более нельзя выставлять. То есть вот этим выставлением... Нет, для меня 6 сейчас уходит. 10 секунд. Потом, следующее подозрительно, у меня 1. Речи слабее и слабее, конечно. Ну и 5 тоже предлагает сносить 4. Ну, если мы попилим... То есть я не говорю, что отменить, но я просто объясняю, если 6-5-6-4, потому что осталось только что. Двое или одна мафия за столом. 4 красных за столом, 2 черных. У меня 4 голоса вносятся. Тогда то, что 4 красных, 2 черных, 2 черных красных, 4, а 4 6, тогда одна. Но я сейчас голосую 6 выставляю. Играю 4, 8, потом там проверить 7, 5, 3, 4, и есть еще 2. 10 секунд. Вы знаете, честно говоря, у меня 6 не самый черный за столом. По речам 5 и 7, они как бы игроки по задористи, скажем так, и речи у них тоже. Как бы то, что у 6 могут быть такие оговорки, такие такой ход мысли, я допускаю. Красный. А у 7 и 5 не допускаю. То есть они точно говорят, если они так говорят, они самый черный. 5 не может разбираться. И 7 не может. 9 сказал, но он тоже не знал цвета 6. Просто они могли зарубиться. 6 выставлял на проверку 2. Вы думаете, прям по первому кругу черный будет поставить своего черного на проверку? Ну зачем? Зачем черный скажет, проверьте моего черного сразу? Я не понимаю. 10 секунд. Не знаю, хотите уберем черный? Ну, как бы 6, если вы считаете, что он черный. Я бы лучше убрала между 5 и 7, еще лучше бы поверил. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 6-4. Голосуем в порядке. 6-4. 6. То, чтобы стол покинул на 6. А 4 нет. 3 на гласный. 4 получается на голосов. А 6 ваша тайна. Не, ну молодцы, конечно. Ну, разбирайтесь теперь. А всем мы прощаемся с игроком. В городе наступает ночь. Надеваем маски, садимся в пол ночного жителя. Голова опущена, руки на плечах.
Тогда вот 8-5 играйте вместе. Ну, из 7 я один, мне больше 7. У единицы тоже как бы речи невнятная, но у семерки хоть и оговорки есть. Единица хоть не оговаривалась. Я мне, в всяком случае, не нашла бы что-то. Шесть уходила черная. Не факт, кстати, они могут две тоже черные остаться. Для меня шестерка говорила не по черному. Больше пятерка и семерка были по черному. Пятерка оказалась красной. У меня остается семь, как говорили. Но вполне может быть, что семь. Если я вам помогла, давайте. Возвращаемся к черепу. Цвет один открывает его на 7. Я номер 4, госпожу Машу Солнышко отступила, спасала, она меня черная оставляет. Оставляю игрока номер 1. 1 принято. Это я почему сказала, это отсутствие логики. Чего бы мне сразу, да, и чего бы мне сразу было в четверку не топить, да, ведь сначала? Я взяла шестерку. У вас нет, господин Цепич. Попилим поднимем? Я согласна. Супер. Выставила единичку. Хотя нет, вы как-то одной рукой. Может, четвертая? У меня начинается на последних секундах, у меня начинается такой свитч. А может, черт, может, вы везде черная, да? А вдруг красный тогда одну поднимем? Нет, апрель, 8. Выставляю игрока номер 1. Один стоит. Смотрите, почему я не черная. Если я черная, меня четверка шериф назвала красной проверкой. Значит, мы вместе с четверкой черные. Да? То есть, если я черная, то только вместе с 4. То есть, у нас 5 игроков, да, из них 2 мафии. Мафия вместо того, чтобы стрелять в красного, стреляется сама. Но это очень хитрый замут, но за это допов не дают. Так мафия не играет. В общем, у нас очень хорошо, мы сидим сейчас с точки зрения попила, потому что в единицу будем голосовать мы с семеркой. А в семерку будут голосовать 1 и 5. Выставляю игрока номер 1. 1 стоит. 1 стоит. Выставляю игрока номер 7. 7 принято. Ага. Ну, у вас бы единица выставилась. Пятерка еще. Мы попилим, вас послушаем и поднимем. Между 1 и 7 точно сидит один черный. Потому что 5 проверенных красный, я проверенный. То есть черный сидит или на 1, или на 7. Это знаю, только 1 и 7. Доброго, доброго. Ну, в принципе, странно, получается, слишком мафия. Надо было считать шериф раньше, чтобы дали много ему проверок. Чтобы определить шериф, сказать, как это. Значит, 5 голосует. 7, 7, 8 голосует в 1. 1, 5, 7, 7, 8, 1. Выставляю 1, выставляю 7. Спасибо вас. Спасибо, мы переходим на голосование. На голосование выставили игроки. Голосуем в порядке 1. 1. Кто из вас голосовал, как не могут номер 1? Спасибо, принято. Павел. 7. Кто из вас голосовал? Спасибо, принято. Павел. При голосовании между 7 и 7. Спасибо. У нас переголосование между 1 и 7. Порядка 1 и 7. 1. Тот, кто сказал, как ему номер 1. Спасибо, принято 2 голоса. 7. Тот, что 2 голоса. Тот, что сказал, покинули оба игрока. Спасибо, принято. Большинство. Игрок номер 1. Ваша крайняя. Прощаемся с игроком. Ваша крайняя. Спасибо. И я объявляю победу города. Мафии были игроки 1, 2, 6. Шериф, игрок номер 4.